Всем привет, с вами Андрей Каспер, и мы идем в Голубой каньон. Гоу с нами. Шикарное место. Впереди целый день. Сейчас, ну уже не раннее, но утро. Предстоит шикарный и интересный путь назад. Кто видел первую серию, знает, насколько сложно мы сюда заезжали. Ступенечка такая. Соскочил. Ну. Пробил на камне. Спустил мгновенно. Гигантские лопухи. Грибочки по пути. Движемся вверх по тропе. Сначала часть дороги идет через лес. Прохладненько. Ну вот, кстати, вход в пещеру днем. А туда, направо, пойдем в Голубой каньон. Так, давай сбивай активнее основную росу, а то идем уже штаны мокрые. И выходим на просторы Голубого каньона. Нифига себе, какие величественные скалы. Очень высоко. Метров 300 точно. Где-то там далеко, внизу течет река. И столько шума от такого маленького потока. Девушка. А вам не страшно? Ничего, да? Красиво. Операторам привет. Офигеть, летают орлы. Очень красиво выглядит. Величественно. Что-то ж они здесь едят. Ты предпочла бы быть орлом? Да, маленькие, но очень годные. Круги нарезает, нарезает, добычу ищет. Голодный с утра. Вот он, прям над нами, гля. Вот он, прям пролетел. Жесть. Какой он огромный. Впечатляет? Меня, да. О, а здесь реку лучше слышно и видно. А я говорил, палочки мешают. Сейчас бы руками взяться. А ты пытаешься на палках залезть. Оп, скользим. Оп, невозможно идти и снимать. Нашли какой-то спуск, ведущий по направлению к низу каньона. Попробуем. Прикольно. Вид вдоль каньона. Ну, пойдем дальше. Вот это место. На противоположной стороне каньона находится какая-то пещера. Но мы туда не попадем.
по крайней мере сегодня. Мох под ногами пружинит. Проваливается нога. Круто. Сверхсложный спуск с трекинговыми палками. Зачем, не знаю, но для чего трекинговые палки при скалолазании? Ну, чуть-чуть мы уже, конечно, спустились. Склон, кстати, до спуска довольно пологий. Смущает одно, придется подниматься наверх. Решили дальше не идти. Склон крутой, скользкий. Спуститься там мы, конечно, спустимся, но объемно это целый день. Обнаружили серию грибочков. Достаточно крупные. Творческий процесс. На трассе-то дождь, понятно, уже не страшен. Прям шедевр. Прям что-то необычное. На скале, на утесе растет такой гриб. Камень лежащий. Или, точнее, висящий на ветке. Тут обрушено дерево. Корни торчат. И красиво. Как будто специально положили. Когда-то мы спустимся к этой реке и пройдемся вдоль нее. А пока надо возвращаться в лагерь. Все уже ждут. По-любому пожарили шашлык. И по-любому надо ехать, потому что еще и погода портится. Если затянут тучи, пойдет дождь, то хрен мы отсюда выйдем. Ну, вот такой у нас лагерь получился. Я думаю, шикарно. Но тут начался дождь. Нам пришлось экстренно собираться и покидать это гостеприимное место. Впереди было довольно сложное место с бревном. При его прохождении машину сносило влево и могло спокойно помять дверцей о срез бревна. Я на Дастере, конечно же, осторожничал при его прохождении. Хотя на самом деле надо было просто разогнаться и на скорости пройти это место. И тут из-за раскисшего грунта остановилась вся колонна. Встал на подъеме. Где вчера Нива легла на бок? А это как раз наш вчерашний подъем. Кто не видел, смотрите по всплывающей ссылке. Ну, не один я. Та Нива, похоже, тоже стала. Блин, а дождь начался. Вот это мы будем сейчас выгребать. А у тебя что не так? Да он тоже в колею упал. Он упал в колею? Да. Офигеть. Вот это место. Травить. Травиться, да, сейчас буду травиться. Травил давление. Так, Нивка перестроилась. Вот, давай, Нива Виталия выехала, но теперь провалилась в колею Нива Валентина. Thank you.
Все, цепляем второй раз. О, мостом сидел. Нормально прочертил. Я, конечно, и сам мог бы попробовать проскочить этот участок с разгона. Но из-за дождя не хотели тратить на это времени. Так как чем дольше мы здесь остаемся, тем сильнее размокает грунт и тем меньше шансов выехать, не провалившись в колею. В итоге при прохождении подъема переусердствовал и дважды намотал трос на колесо. Там ступенечка такая, бодренькая. Кстати, дождь прекратился, он шел только там, наверху. Виталик решил восстановить давление в колесах. Заранее цепляется защитами, говорит. Ой, мостами. Ну, а так как нам впереди еще довольно много предстоит проехать, хотя дорога сухая, может, и я накачаю, чтоб не биться на камнях. Левее, на меня, ага. Чуть-чуть на меня, ну хотя, в принципе, уже прошел. На меня руль. Соскочил. Ну ладно, проедет. Казалось бы, самый сложный участок пути пройден, и пройден благополучно. Но на одном из подобных легких участков случилось то, что случилось. В общем, зря я накачал колеса.
Не надо было этого делать. Боковой порез на колесе пробил на камне. Спустило мгновенно. Дырень большая. Вот он здесь. Боковой порез. Новое колесо. Месяц назад купил. Не надо ездить по острым камням на накачанных колесах. Только на спущенных. Был бы килограмм, скорее всего бы не пробилось. А так два, и вот результат. Что я могу сказать по поводу заводского домкрата? И работал плохо. Все время мучился я с ним. И вот свернула его. Под уклоном машина стояла. Площадку подъемную просто сложила. В последний момент увидел, что она перекосилась. Не успел ничего сделать. Все. Ее к домкрату. Конечно, попытаюсь наварить его. Усилить. Ну, саму площадку точнее поменять. Наварить уголок. Но по-любому придется покупать новый домкрат. А гидравлический домкрат? Не хватает его. Вот мы выдвинули на максимум. А колесо даже от земли не оторвалось. Чуть-чуть только с резины снялось. Все, ну хорошо. Приехала еще одна машинка. Мы перегородили дорогу, ее некуда деться. И у него есть домкрат, вроде как высокий. Попробуем перехватиться. Вот такая конструкция получилась. 5-тонный гидравлический, 6-тонный гидравлический. Совместно подняли. Но вывесилось левое колесо. В общем, в итоге поднимали одним домкратом под балку, второй здесь. Колесо все равно не залазило. Пришла умная мысль спустить запаску. И уже спущенную запаску нормально затрамбовали. Одна голова хорошо, а три лучше. Колесо поменяли, перебортировали. Еду теперь опять на запасочке. В последнее время она мне часто пригождается. Для любителей природы хотел вот такой комментарий добавить. Мусор мы с собой вывозим. Ничего не оставляем, даже забрали чужой мусор, загрузили на багажничек. Если не было бы багажничка, кинули на крыше. Кинули бы просто в багажник автомобиля и вывезли до ближайшего мусорного бака, может быть, домой. Призываю всех любителей природы выбирать за собой мусор. Ничего не бросать, не жечь костра, а если жечь, то забирайте с собой все равно. Думали все, но нет. На этом наши приключения не закончены. На Ниве без багажника у Валентина раздается сильный стук справа, со стороны правого переднего колеса. Что это, непонятно. Ну, радует только одно, мы уже спустились в поселок. По крайней мере, уже находимся в цивилизации, а не в горах. Снова пригодился мой набор инструментов. Выскочила подушка со стабилизатора. Будем пробовать проводить полевой ремонт. Сегодня мы домой попадем. Ну, очень большая надежда, что сегодня мы домой попадем. Приключения сопровождают нас. Затягивают, задерживают. Зря не спустились мы вниз, да? Куда? В Голубой каньон. Если бы спустились, то бы в 12 ночи бы выезжали. Вообще было бы здорово. Да, вы, наверное, еще оттуда не поднялись бы. Возможно. Возможно. Кстати, фишка для Нивы. Очень хорошая фишка. Если остановлена люстра, капот открывается вперед, свет под капотом не нужен. Освещается как днем. А ваше впечатление от поездки? Офигительные впечатления. Наставили на будущее, что-то, чтобы приехать еще посмотреть. Потому что так бы, если бы все увидели, уже было бы неинтересно. А так есть возможности, основания приехать сюда еще раз. Да, мы уже кучу мест накидали, что здесь можно посетить. В следующий раз едем на 3 дня. Да, по-любому. Тут 2 дня делать нечего, да, только 3 дня. На сегодня наше путешествие окончено. Но если вам понравился фильм, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши вопросы и комментарии. Буду рад с вами пообщаться. Также рекомендую посмотреть другие интересные фильмы о наших путешествиях и покатушках. До встречи на канале. С вами был Андрей Каспер.